Вот сшил такой чехольчик из натуральной кожи. Толщина кожи 3 мм, соответственно, толщина чехольчика 6 мм, стеснение. Вот такое тиснение с обеих сторон. Карты банковские спокойно здесь помещаются в этом чехольчике. И несколько. Транспортная карта спокойно размещается. Вот такой вот, вот дисконтная карта Газпром нефтезаправки. Причем считывается карта в чехольчике, не надо доставать. Я подаю на заправках карту в чехле. Она считывается спокойно. Визиточки спокойно входят. Вот, пожалуйста, такой чехольчик для карт из натуральной кожи с тиснением.